Здравствуйте! Сейчас я вам покажу, как на телефоне Samsung Galaxy A10 сделать полный сброс, то есть Hard Reset, используя Recovery Mode, то есть режим восстановления, режим заводской, режим на этом телефоне. Итак, для того, чтобы это сделать, сначала нужно в этот заводской режим войти, а для этого нужно телефон вначале выключить. То есть выключаем его, ждем, пока телефон завибрирует. Отлично, телефон завибрировал. И теперь нажимаем и удерживаем две кнопки одновременно. Это кнопка питания и кнопка увеличения громкости. Итак, нажимаем и удерживаем. Раз, два, три. Ждем, пока появится логотип. И когда появляется логотип Samsung, отпускаем кнопку питания, но продолжаем держать кнопку увеличения громкости. Это важно. Вот, отлично. Мы перешли в режим восстановления, то есть в recovery mode. И для того, чтобы продвинуться дальше, нам нужно научиться пользоваться этим меню, а здесь можно пользоваться только кнопками физическими, то есть здесь сенсор не работает. Для этого нужно использовать кнопки громкости и кнопку питания. Кнопки громкости здесь отвечают за передвижение по списку, то есть вверх-вниз. Кнопка громкости вверх — это передвижение по списку вверх, кнопка громкости вниз — это передвижение по списку вниз. И нам нужно передвинуться к пунктику Wipe Data and Factory Reset. И когда мы остановились на этом пункте, нужно нажать на кнопку питания, то есть кнопка Power. Нажали, отлично. Теперь они спрашивают, действительно ли вы хотите стереть все данные с вашего телефона. Эту операцию отменить нельзя. Ну, естественно, мы знаем, что делаем. То есть, да, мы понимаем, что все приложения скачаны, вся музыка, все фотографии, которые были на телефоне, они сотрутся. Мы это понимаем, мы это принимаем, поэтому нажимаем кнопку громкости вниз, чтобы выбрать Yes, то есть да, и нажимаем на кнопку питания, чтобы выполнить операцию сброса. Отлично, все, прошло 3 секунды, и все настройки, все файлы были уже уничтожены. Осталось только нажать еще раз кнопку питания на пункте Reboot System Now, чтобы перезагрузить телефон. Эта перезагрузка продлится некоторое время, то есть это приблизительно около 5 минут, может чуть меньше, ну не больше 5 минут точно, потому что это как будто первый запуск телефона, то есть как будто вы только что его распаковали. Ну все, отлично, все настройки с этого телефона были стерты, то есть все данные, все приложения, все скачанные файлы, музыка, фотографии, они были стерты, и сейчас, на данный момент, их уже восстановить нельзя. Ну что ж, спасибо большое за просмотр, я надеюсь, это видео было полезно для вас, поэтому ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, и до встречи в новых видео. Thank you.